Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, вы находитесь на моем канале о творчестве, и я рада, что вы ко мне сегодня заглянули. Сегодня я хочу вам показать, какие подарки к моему недавно прошедшему дню рождения мои родные и близкие мне сделали. Они знают, что я очень люблю что-нибудь делать своими руками, поэтому часть моих подарков, она рукодельной направленности. И вот сейчас хочу вам, скажем так, поделиться, похвастаться своей радостью. Начнем, наверное, с пряжи. Мне мама подарила денежку и говорит: купи себе все, что захочешь. И я все-таки подумала и решила, что это будет пряжа. Пряжа на три изделия. Что же это будет за изделие и что же это будет за пряжа? Начнем вот с этого красавчика. Это Drops Nepal. На эту пряжу есть на канале видеообзор. Я оставлю подсказку и ссылочку. Я вязала из нее прошлой осенью на заказ. И пряжа мне очень понравилась. Я еще тогда говорила, что я обязательно ею еще раз воспользуюсь. На самом деле на шапку я искала определенный цвет и не привязывалась к артикулу пряжи. Точнее, мне были важны некоторые параметры. Мне нужна была шерсть, тепленькая, достаточно толстенькая. Но основным критерием выбора для меня был цвет. Вот такой горчичный. Потому что я купила себе новую куртку, опять же, ко дню рождения в подарок. И там есть горчичные элементы. Я искала горчичный цвет. Но, как назло, вся горчичная пряжа осенью исчезает из продажи каким-то волшебным и непостижимым образом. И единственное, что подошло мне по толщине, цвету и составу, это Drops Nepal. Пряжа очень мягкая, приятная. Давайте найдем состав и характеристики. Состав: 65% шерсти, 35% альпаки, в 50 граммах 75 метров, рекомендуемые спицы номер 5 миллиметров. Очень нежная, мягкая и пушистая ниточка. У меня два моточка на шапочку. Этого вполне себе хватает. Уже по опыту вязания предыдущих шапочек хватает на шапочку с отворотом, с не очень объемными и какими-то большими косами. Двух моточков вполне хватает. Поэтому вот такая у меня покупка. Так, дальше. Опять же, пряжа, которая мне уже известна. Цвет Непала не сказала, зажала, да? Цвет 29-23. Еще одна пряжа тоже мне знакома. Это Газал Бэби Катон. Совсем недавно по весне я вязала для себя джемпер на круглой кокетке. И он мне очень понравился в носке. Он мне очень понравился тактильно. Эта ниточка очень мягкая, приятная. Многим рукодельницам известная. Это 40% акрила в составе, 60% хлопка. Достаточно тонкая, я бы сказала, на 50 грамм 165 метров. Спицы рекомендуются 3-4 крючком. Я эту пряжу не вяжу, потому что это будет плечевое изделие. А плечевые изделия я предпочитаю вязать все-таки спицами. И поэтому буду вязать спицами себе платье. И опять же, платье будет на круглой кокетке. У меня таких моточков 12, вот целая упаковка и еще два моточка. А номер цвета это 34-21, насыщенный такой синий васильковый цвет, очень мне нравится. Дальше я взяла себе еще попробовать вот такую пряжу, я с ней еще ни разу не работала, но знаю, что очень многие ее хвалят, любят и, в принципе, довольны этой пряжей. Я решила себе взять попробовать на свитер с горлом, возможно, высоким. Не знаю, еще пока не оформилась до конца идея, но это будет свитер. Вот такого красивого, красного, насыщенного, темного цвета. Цвета спелой вишни. Я не буду распаковывать упаковку, потому что она запаянная. Просто не хочется, чтобы она развалилась и запылилась пряжа. И вот такой белый. Свитер будет полностью таким красным. И на нем будет либо жаккард, либо вышивка вот таким белым цветом, декоративно оформленная. Итак, в составе этой пряжи 40% акрила, 20% кашемир ПА. Я так понимаю, это тоже какой-то синтетический материал. И 40% мериносовой шерсти. Мне нужна была полушерстяная ниточка,
достаточно тоненькая, вот, и достаточно износостойкая, ту, которую я могла бы, как говорится, и в первый мир, и добрые люди носить, и мой выбор пал на вот эту пряжу. Познакомиться с ней мне очень захотелось. Метраж 50 грамм 175 метров, ну, я надеюсь, тут правильно все это указано, потому что я помню, одно время какие-то были неполадки с метражом этой пряжи. И рекомендуемые спицы номер 3. На них я, пожалуй, буду вязать. Потом, как свяжу, обязательно вам покажу и расскажу, что это будет. Цвет. Пока не забыла, где же он написан. Белый цвет — это 801, а красный цвет — это 816. Кстати, по поводу цен. Я заказываю обычно в магазине 5 мотков, поэтому можете, в принципе, судить о ценах сами. Единственное, что у меня применена скидка личная в 7%, да, поэтому тут цены чуть меньше, чем на сайте. Вот такие цены этих пряж. Вот. И на Непал была скидка, в принципе, в магазине, поэтому вот такая цена. Вот, вот такая вот вкусняшка у меня подарилась мне от мамы. Вторая вкусняшка — это у меня от моего любимого супруга. Он очень любит, когда я вышиваю, и не так давно я ему скидывала вот эту картину, и он это запомнил, заказал и подарил мне ко дню рождения. Итак, это набор от фирмы «Золотое руно». Картина, да, «Ассоль» по мотивам картины Ольги Дандорф. Внушительный размер этой замечательной работы будет 34,5 сантиметра на 55,8. Я когда увидела, обалдела. Вот такой внушительный толстый набор. Сейчас мы его с вами вместе распакуем и посмотрим, что же у него находится внутри. Распаковывать его вот достаточно аккуратно, чтобы обратно убрать в упаковку. Я еще не закончила работу над своей романтической прогулкой, тоже, кстати, от фирмы «Золотое руно», поэтому хочу убрать аккуратненько обратно. Итак, вот такая красивая вещь. Вот он, артикул, если что, вдруг. Серия, которая принадлежит, эта картина. Канва идет, комплектующая «Цвайгард», и ниточки «Мадейра». Вот. Вот такая картонка. Первый раз, кстати, встречаю такие наборы с подложкой картонной. Но, видимо, чтобы не мялся в процессе перевозки и транспортировки этот набор. Канва. Ну, она достаточно мелкая. 18-й каунт. И она обработана с одной стороны, да? Ну, как обработана? Отрезана она от края полотна. Такая внушительная канва. Огромная. И в канву завернута иголка. Первый раз, кстати, встречаю вот такую иголку, так запакованную. В отдельную прям упаковочку. Одна иголочка. Я, кстати, вышиваю одной иглой. Я знаю, девочки некоторые вышивают многими иглами. Но мне, например, так неудобно, поэтому я пользуюсь одной. Вот такое огромное количество ниток. Просто невероятно огромное количество ниток. Я их даже не буду разворачивать. Сейчас аккуратненько все это переверну. И мы посмотрим на комплектацию схемы. Итак, идет вот такой в наборе информационный листок, в котором написаны различные параметры по набору на двух языках, на русском и на английском. Преимущественно черно-белой схемы расписаны и, конечно же, порядок расположения фрагментов при работе, при вышивке, как их нужно располагать. Далее идет, как всегда, листочек с условными обозначениями. Очень крупный, удобный, и мне понравилось работать с таким отдельным листом, потому что не надо постоянно вертеть схему, искать, где на схеме эта легенда идет. Отдельный листочек взял, положил, и очень-очень удобно с ним работать. Дальше идет, как всегда, на двух языках, на английском, на русском, инструкция по вышивке для тех, кто вышивает в первый раз.
Но я думаю, что такие большие наборы для первого раза вряд ли кто-то берет. И, конечно же, схема для вышивки. Схема для вышивки у этой фирмы идет на форматах А3. Но это достаточно удобно. Она очень крупная, она очень удобная. Ее очень удобно раскрашивать, закрашивать текстовыделителем. Я, например, пользуюсь именно текстовыделителями для того, чтобы отмечать, что я уже отшила. И клеточки достаточно удобные и хорошо просматриваемые. Вот такая вот стопка 10 листов формата А3 мне предстоит вышить. Вот такая красота. Ну вот это все мои подарки. Вот такая романтичная, красивая картина. Пряжа на целых 3 изделия. Большое спасибо и моим родителям, и моему супругу за такие замечательные подарки. Я очень-очень рада. Я надеюсь, что вы за меня тоже порадовались и посмотрели, и покормили своего хомячка моими пряжно-вышивальными приобретениями. А я на сегодня буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч, новых видео. Всем пока-пока!